Всем привет, с вами Евгений Курников, вы на моем канале, и это обзор Outlip Vector 2023 года. Велосипед я получил в Красноярске и первым же делом отправился тестировать его на местную горнолыжку под названием Бобровый лоб. Начнем с того, что это абсолютно новая модель кросс-контрийных велосипедов линейки Outlip, и, кстати, она полностью на осях. Первое, что привлекло меня в этом велосипеде, конечно же, внешний вид. Благодаря скрытой проводке и шлифованным швам, велосипед выглядит супер эстетично. Геометрия рамы не отстает от современных тенденций гонок кросс-кантри. Рулевой стакан имеет угол наклона 68 градусов, что дает хорошую проходимость и плавность управления на скорости. Длинный передний треугольник позволяет грамотно распределить вес на велосипеде. А короткий задний треугольник позволяет легко поднимать переднее колесо и делает велосипед более маневренным. Заниженный стендовер дает больше свободного пространства над рамой. Перья имеют хорошее СИЗО, что позволяет поставить покрышки с более широким протектором. 11-скоростной переключатель Microshift XCD в комплекте с широким диапазоном звезд позволяет подняться в любую горку. Вилка стоит воздушно-масляная Santur Raiden с удаленной блокировкой на руле.